был цикл замкнутого производства, чтобы мы не продавали сырье за границу и лес, а делали шкафы и мебель здесь и давали работу своему народу. Слава народу Украины! Слава Украине! Друзі, я хочу нагадати, сьогодні в нас пам'ятальні дні, тому ми виступаємо, ми слухаємо один одного, але пам'ятаємо про це. Сьогодні в нас пам'ятальні дні. Я хочу надати слово представнику штабу блокади до окупованих територій Семен Семенченко. Добрий вечір. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Давайте начну с того, что прошло 3 года, с того момента, когда я последний раз слышал здесь банду геть. А что вообще произошло? Мы же вроде бы мы победили в 2014 году, мы победили после Майдана. Я вижу тут много лиц, которых я помню по Майдану. Я сам сюда приехал 2 декабря, я помню КМДА, я помню... Что люди говорили, нас много, и теперь не как в первом Майдане, теперь власть будет с нами считаться. Тогда люди приходили сюда не за Европу, не за Россию, не против Европы. Они приходили за то, чтобы в конце концов, за 20 с лишним лет, была построена та страна, в которой они хотели бы жить. Чтобы государство заботилось о их безопасности, чтобы не шарахались люди по темным улицам, когда они видят сотрудника милиции, чтобы люди не уезжали за заработками в Португалию, в Грецию, чтобы они здесь могли зарабатывать, растить своих детей, чтобы не было символом успеха жизнь чиновника, который имеет все, а люди не имеют ничего. Люди вышли за справедливость. Друзья, давайте сейчас крики, которые у каждого из нас в душе, что робити, обсудим по порядку. Что прошло за 3 года? За 3 года случились очень большие изменения в нашей стране. Масса людей пошло на фронт и погибла. Масса людей до сих пор держит фронт там сейчас. Я не вижу выполнения практически ни одного обещания, которое тогда звучало на Майдане. Нам говорили, что будет покарана банда Януковича. Ни одного судебного приговора до сих пор нет. Нам говорили, что не будет коррупции новой. И мы видим опять в электронных декларациях миллионы, поместья, золото. Мы видим ту жизнь, которую не ведут даже арабские шейхи. Нам говорили, что все преступления против Небесной Сотни будут расследованы. Вон там фотографии, вон там свечи. Здесь люди, которые помнят этих людей еще живыми. Людей, которые отдали жизнь на Майдане за Украину. А я не знаю до сих пор, кто их убил. И нет ни одного приговора, который бы позволил сказать, справедливость восторжествовала. За это время не прошло, не выполнено фактически ни одного обещания, которое давали на Майдане. И вы кричите, что делать. Понятно, что единственный способ, когда мы можем влиять на власть, когда люди могут влиять на власть, это заставлять власть работать на людей, на закон, на конституцию, а не на свой карман. А скажите, давайте вот будем откровенными, а что нам мешает в этом году, в прошлом году собираться все вместе и заставлять чиновников работать на свой карман, делать так, чтобы они боялись делать что-то против людей, делать так, чтобы обогащаться на своем рабочем месте было позорно, чтобы они ходили и оглядывались, когда их уличали в бездействии. Что мешает, скажите? Нет. На самом деле мешает не милиция, не Порошенко, а мешает основная война. Что делать, когда мы все собираемся вместе и пытаемся пойти и спросить их, откуда у вас столько денег? Почему у вас предприятие находится на территории страны агрессора? Почему вы закупаете втридорога продукции для военной промышленности? Почему наши хлопцы многие одеты и вооружены гораздо хуже, чем полиция в центре Киева? Почему гигантский бюджет выделяется на оборону и практически очень большая часть разворовывается, а те, кто его распределяет, купаются в роскоши? Потому что людей постоянно пугают. Если вы сейчас выйдете, Путин нападет. Если вы выйдете, пойдет обострение на фронте. А где сейчас лучшие хлопцы, которые здесь могли бы вместе с ветеранами, вместе с вами спрашивать с власти? Они на фронте. И сейчас, когда нам говорят, что нет другого пути, кроме мирных переговоров, то эта война, она идет
очень долго и будет еще больше. По одной причине. Она выгодна. Она выгодна, потому что каждый день, когда хлопцы стоят в Авдеевке, стоят на других участках фронта, мимо них идут составы в одну и в другую сторону. И вы спрашиваете, как относится армия. Армия поддерживает, потому что хлопцы, они, их достало все это. Они хранят своих товарищей, они терпят там лишения. Они не знают, вернутся ли они к своим семьям. А мимо них все идут и идут эшелоны. Мы подсчитали, сколько денег украли из карманов людей, даже просто на одной поставке угля. Смотрите, все вы, вот рассказывал передо мной человек, платите за электроэнергию. Все мы считаем, что тарифы завышенные. Так вот, мы платим за электроэнергию, как будто бы этот уголь, который вырабатывает эту электроэнергию, завозится из Роттердама. Почему? Да чтобы не зависеть от России, чтобы не зависеть от страны-оккупанта, от оккупированных территорий. А на самом деле он скупается, этот уголь, на шахтах и копанках, приносит прибыль террористам, они на эти деньги оплачивают своих боевиков. Фактически это те пули, которые убивают потом наших хлопцев. А нам все это продают, как будто это уголь фактически из Роттердама. Так вот, 15 миллиардов гривен по подсчетам за год только, 15 миллиардов гривен по подсчетам экспертов было переплачено вот по этим тарифам. То есть каждая мать, отправляющая своего ребенка на фронт защищать Украину, фактически вынуждена оплачивать. Она вынуждена оплачивать людей, которые стреляют в ее ребенка. Это неправильно. Чтобы начать серьезно разбираться с властью, чтобы заставить ее, власть, работать на народ, надо прежде всего закончить войну. Чтобы вернулись хлопцы оттуда, которые могли бы здесь вместе с вами спрашивать с власти. Чтобы прекратили народ пугать. Потому что когда идет война, люди жмутся к власти, какая она бы ни была. Они боятся. И очень легко их напугать заворушениями. Кто вот здесь находится, большая часть, по мнению нынешней власти? Агенты Путина. Кто выступает? Агенты Путина. Все те, кто спрашивает, почему власть ворует, по мнению власти, агенты Путина. И первый шаг, чтобы навести порядок в Украине, это закончить войну. Так вот, хлопцы, которые на Востоке остановили более 16 тысяч вагонов за эти 3 недели, они не только спасли много жизней, потому что все это пули, снаряды, зарплаты боевикам, которые убивали наших войсковых, они сделали реальный шаг к остановке к войне. Сейчас члены штаба блокады торговли с оккупантами будут встречаться с премьер-министром Гройсманом. Он решил вдруг за 3 года, что нужно начать работать. За 3 года ничего не было сделано на случай, если агрессор перестанет поставлять там энергоносители. За 3 года ничего не было сделано для того, чтобы перестали мы платить боевикам фактическую дань. Что можем сделать мы сейчас? Нам необходимо заставить власть законодательно закрепить, запретить торговлю на крови. Еще в 2014 году с батальон «Донбасс» первый раз заблокировал пути поставки контрабанды на восток. Помните, тогда остановил конвой Ахметова, был большой скандал, и через некоторое время после переговоров начали возвращать хлопцев из плена. Так вот, в декабре 2014 года был разработан закон об оккупированных территориях. Закон, который прекращает торговлю на крови. Завтра под Верховной Радой в 9 часов утра будут собираться люди, которые хотят, чтобы война остановилась. Завтра они будут заставлять парламент проголосовать за то, чтобы торговлю на крови прекратили. Потому что неправильно, что ветераны стоят на рельсах и выполняют работу за державу. Они вышли туда, потому что нет у них другого выхода. Но у нас есть государство. И я прошу всех тех, кто хочет, чтобы война остановилась, чтобы мы могли заставить власть здесь, в Киеве, уважать народ, выйти туда, поддержать требования прекратить войну. Если будет мало людей завтра, в четверг, будут собираться люди еще раз. Я сегодня уезжаю вместе с автобусом, вместе с ветеранами в зону АТО. И напоминаю, что кто хочет поехать с нами, может здесь остаться с вещами и поехать туда. Давайте все заставим власть прекратить торговлю на крови. И тогда нас перестанут пугать Путиным, перестанут пугать войной. Тогда мы сможем наконец заставить, как граждане Украины, работать не на свой карман, не на Ахметова, не на Порошенко. Я могу перечислять бесконечно олигархов, вы их все прекрасно знаете, а морды их видите по телеканалам. А работать прежде всего на свой народ, на вас. Что произошло вчера? Здесь опять избивали людей. Что произошло вчера? Вчера власть показала, что она боится обычной простой палатки. Зачем хотели ставить палатку? Чтобы напомнить Порошенко, что это его обязанность, не ветеранов, прекратить торговлю на крови. И сейчас
фактически под Киевом стоят десятки автобусов со спецназом. Во всех дворах киевских находятся автобусы со спецназом. Они опять спецназами закрываются от народа. Так вот, давайте сейчас все вместе закончим заработок на крови, обрубим их ресурсы, на которые они нанимают продажные телеканалы, на которых они тысячи экспертов заставляют брехать людям и морочить им голову. И после этого всерьез начнем заставлять власть работать на людей. Потому что иначе это будет бесконечный круг. Вы все будете жаловаться, говорить, что дети будут жить лучше, а сейчас нужно потерпеть, и все они еще не наворовались, а может и все они одинаковы. Потом то же самое будут мечтать дети, а наша страна будет становиться все беднее и беднее. Нам не нужен такой сценарий. Не для этого погибала Небесная Сотня, не для этого погибали хлопцы на фронте, и не для этого сейчас их побратимы этот фронт держат. Поэтому, кто хочет реально повлиять на ситуацию, приходите завтра под Верховную Раду. Если мало будет людей, приходите в четверг. По поводу всего остального, как сделать так, чтобы больше здесь не били в центре Киева людей? Как сделать так, чтобы не было беспредела тетушек, не было беспредела продажных силовиков? Об этом сейчас скажет Егор Соболев. Он киевлянин, он лучше это объяснит. Большое спасибо всем, кто пришел сегодня. Я понимаю, что проще сидеть в Фейсбуке и философствовать. Я понимаю, что проще сидеть перед телевизором и ругаться. Вы, волонтеры, добровольцы, все те, кто действительно дает шанс Украине. Я верю, что Майдан, он не закончился. Я верю, что мы доведем его до конца. Поэтому низкий вам поклон, люди. Потому что когда мы с вами, реально хочется верить в будущее. Реально верят, что мы это дело до конца доведем. Слава Украине! Сабан, дякую за допомогу.